Есть. Итак, значит, мы изучаем сейчас сегодня 23 глава Мишли, притчи, потому что сегодня 23 число, как раз 23 глава. И она продолжает 22-ю. В 22-й Шломо Мелех рассказывал очень важную вещь, что приоритетно в этом мире. И он говорил, что Нивхар Шем лучше иметь имя Меошер Арав, чем большое богатство. И лучше хентов, чтобы к тебе хорошо относились, чем кесов и заав. Хорошее отношение, то есть он расставил там приоритеты. И закончил он 22 главу советом таким. Хазита иш маир бы млахто. Видел ты человека быстрого в своей работе, классного мастера. Лифней млахим и тецеф. Он будет стоять перед царями. То есть хороший мастер – это имя. Он может быть небогатый, но он будет стоять перед царями. Вело и тецеф лифней... Выбалите цепь лифней хашутин. И не будет перед темными стоять, у него не будет времени. Потому что хорошего мастера, у него есть имя, за ним гоняются цари. Теперь... Следующую главу он начинает. Вообще взаимоотношения Мишли очень сильно, так как рассказывает, как жить в этом мире, раскрывает вот эти все вопросы, связанные с деньги, мудрость, работа, ну и так далее. То есть здесь конкретные указания, как жить. И вот в 23 главе он говорит: «Аль тига ли ашир». В четвертом пасуке, в четвертом отрывке он говорит, не говорит, старайся разбогатеть. Потому что, когда ты стараешься, когда у тебя упор на богатство, мибинатеха хадаль, то ты от сообразительности своей отходишь. То есть должен быть настрой на другое. Все должно быть приоритетное. Значит, он говорит, когда ты стараешься разбогатеть, у тебя уходит твоя сообразительность. Дальше он объясняет здесь очень важные такие вещи. Очень важные вещи он объясняет уже к концу 23 главы. Он объясняет к концу главы он объясняет вот такую вещь. Он говорит так, в 20 отрывке уже, ну почти вся глава прошла, он говорит: «Аль ты бесувей яин». Он говорит, не находись с теми, кто пьет вино, с теми, кто бухает. «У безолелей басар ламо». И с теми, кто обжирается мясом. Он говорит, это не место для тебя. «Исувей безолель ивареш». Он говорит, тот, кто кушает, обжирается и бухает, тот точно обеднеет. «Украим талбиш нума». И будет он потом ходить в оборванной. Значит, что надо делать вместо этого? В 23-м отрывке он говорит: «Эмет кне вальтимкор». Он говорит, истину приобретай и не продавай ее. То есть стремись выстроить свое мышление, вот именно ликнот во всем понимать эмет. Слово эмет – истина. То есть быть рационально умным. И интересно, само слово эмет, оно состоит из первой, средней и последней буквы алфавита. То есть это такая вот именно меда очень ровная. И он говорит, эмет кне ради самого эмета. Приобрети истину ради истины и не продавай ее. Хахмау мусар вебина. Твоя цель должна быть приобрести, научиться определять истину, узнать хахму. Хахма – это аксиомы, по которым работает этот мир. Развить в себе качество бина – это сообразительность, ее надо развивать. То есть ты когда вдумываешься, как применять эту хахму, то ты развиваешь сообразительность. Ты вот взял кусок, как мы, да, то есть аксиом.